Добрый день, с вами канал Shadow Game, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. Что же, думаю, осталось немного, это уже пятый выпуск, вроде как пятый, да, пятый. Вот, и судя по тому, как на меня нападают уймы бандитов, врагов, монстров, ну, монстры еще, конечно, что-то так мимо проходили, но... Чувствуется, что уже скоро конец. Итак. Мы остановились здесь. Это я помню. Сейчас одну секунду проверю, запись идет. Да, все идет, все нормально. Итак. Мы тут прокачали винтовочку под конец прошлого выпуска. Побродили тут немного. Помнится. И так. Идем дальше. Здесь просто уйма бандитов была. Сюда мы даже доходили, по-моему. Ай, упала. Ну что ж, пойдем дальше. Поглядим, что да как. Так, возможно, звук надо мне немножко прибавить. Опа. Что тут? Тайник. В трущобах. Да, очень правильное название. Трущобы. Жутковатое местечко. Угу, на колючую проволоку не прыгаем. Понимаю. Угу. Так, подозрительно тихо, пока никого нет. Что-то всех поубивали мы. Но еще много бочек и всего остального осталось. Так, и нам, по-моему, вот сюда, да? Бочки, бочки, бочки. Ладно. Так, это чё? Но я так и думал, засада будет, засада. Ну-ка. Стоп. Это просто девчонка. Так, найс, перестрелка. Окей. Слушайте, экшон, экшон прям. Ага. Мне кажется, у них какой-то аим, блядь. Или просто волхак включен у этих молодых людей. Видели, как летят патроны? То есть, где чувак стоит, а как попадания идут. Это жесть какая-то. Так, что же? Еще я просто по одной простой причине понял, что сейчас засад будет. Здесь огромное количество вот этих вот бочек взрываемых. Так, ну, так вот, немножечко подлутали. Не обязательно до хорошего. Ну, чё тут? Типа перегородка такая, да? Найс. Головоломки после, знаете, я Шерлок Холмс когда проходил, там какие головоломки, какие тут. Есть огромнейшая разница.
Я после Шерлока какой-то у меня экспириенс, наверное, произошел. Немного опыта я взял для себя. Ужасном речи. Не знаю, я что-то хочу более пассивное прокачать. Вот, да. Вот это. Ловкость, ловкость. Чтобы мы были более мобильные, так сказать. Так. Что а происходит? Это же наш старик. Стоп. Ему еще волки ноги ели. Я помню это. Здесь можно скатиться. В болото. Ага. Как можно так жить? Нормально. Зато никогда не заболеешь, если будешь купаться вот в таком вот месте. Боже мой, блин! Пленник сбежал. Ого, да там он сам справляется, я вижу. Нам куда вообще идти? А, старый алкаш. Так, лестница, все. Ой-ой-ой. Стоп. Найс. Спускайтесь туда и замочите ее. Давай, давай, подходи. Стейлок, у меня достижение прям сыпется. Подходи. Блядь. Нормально. Стоп, это ненормально. Отходи. Сука. Так, мне нравится, нормально. Пока да. Где остальные? Держат в заперти. Ну я знаю где. Поднимайся, вместе их вытащим. Отсюда мне не забраться. А, черт. Так, ну, тут есть канатная дорога. Попробуй по ней перебраться на ту сторону. На ту сторону. Хорошо. Сейчас. Уже иду. Сейчас, старый пердун, пойдем. Так, что же. Нормально, нормально постреляли. Конечно, что-то один разок я подлетел неплохо так прям, бля. Думал, все, йок. Так, здесь куда? Сюда? По канатке? Окей. Я, кажется, болтаю чуваков. Угу. Если что, пароход. Угу. Опыт 10. Так, здесь мы что-то сделали. Угу, угу. Спасибо за патрончики.
Слышите, кабан где-то. Ах он... Сучёныш. А там тайничок какой-то, да? О, гриль чикен. А можно спуститься ведь, да? Слушайте, а можно ведь спуститься? Сейчас, одну секунду. Я скажу, я кабанчика хочу убить. Алва. Ах ты. Он курей гоняет. Сейчас, мы чисто опыта поднабить. На вкус как цыпленок достижение. Опыт, опыт, опыт. А где кабан-то, блядь? Ага. Ну, ты куда залез-то, блядь, Я чё тебе, я тут специально тебя ищу. Ах ты! А, вот ты где. Блядь. Да сколько же можно-то? Так, курица запросто. Ну. Все. Сейчас, наверное, достижение дадут вкусный, как шашлык. Не, опыт 60. Достижение не дали. Так, а видел какой-то я тайник или типа того. Ага. Что это? Обычно инро делали из дерева и покрывали лаком, но тут латунь. Ну, а раз латунь, то нормально. У меня, по-моему, соседи начали что-то сверлить, блядь, как обычно. Как не присядешь в чем-нибудь, блядь, за комп, так начинается. Надеюсь, на записи не так будет сильно слышно, как я это слышу сейчас. А реально в наушниках своих, которые плотно так уши облегают мои, я это слышу. Ну, жесть просто. Ну что же, никуда не деться, блядь. Такая вот она. Наша коммунальная, блядь, квартира, так сказать. Коммунальная сторона. Так, что же? Что же, что же, что же? Мы поднимаемся наверх. Дед нас ждет. Че? Кто сказал? Блядь, я лес, и там ящик. Ай, не хочу тебя этот ящик. Либо это уже чересчур. Ай, в пизду. Ладно, без одного ящика проживем как-нибудь. Так, слышу каких-то уродов. Значит, мы их скоро увидим. Веро. Отходи, ты чё? Блять. Застояла, покиньте. Пам-пам-пам, бля. Здорово. Они вот, кстати, издалека редко стреляют. Они почему-то хотят ко мне подойти. Есть ли смысл? Может, это только на легком? Вот я на легком прохожу. Может, за легкий выбрал режим? Антиквар. Достижение. Вероятно, в этой инро какой-нибудь военачальник храма. Ну да, да. Прикольно, прикольно. Очень. Так, 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 так. Кто тут у нас? Блин, с калашом ходить прям одно удовольствие, ребят. Так, здесь, по-моему, перепрыгивать сейчас. Опа. Пока лопасти. С криком «помогите!» он мне в атаку идет. Перезарядка.
Слушайте, сколько народу она повалила. Я реально говорю, это Рэмбо, блядь. Это настоящая Рэмбо. Опа. А гробница рядом. Где-то тут, да. Да. Сейчас, одну секунду. Увидел тут кое-что. Ну, знаете, ну, блин. Ну, пойду схожу в гробницу. Я особо и не горю желанием. Ну и как бы отказываться-то. А, нет смысла. А то какая-то расхитительница гробница, если я в гробницах не бываю. А, что здесь можно сделать? Снаряжение так прокачать. Так, кое-что, да. А, двойной магазин. Затвор, рукоятка. Ну так. Рукояточку сделаем, да и пойдем, наверное. Долго рассусоливать не будем, а то все-таки, если в гробницу пойдем, так тем более. Может, тут долго можем застоять. Нас там дед какой-то ждет, блядь. А мы ходим по гробницам. Что-то тут... Вау. Это было быстро. Ах, темно как в жопе кабана, которого мы только что убили не так давно. Серьезно, вот что не видно, то не видно. Это вообще. И она сейчас никак. Она, это я нажимаю shift, чтобы она бежала. Чтобы вы понимали, она ходит потихоньку. И куда мы? Щель какая-то. Ого! Зал суда. Братство захватило все древние строения этого острова. Окей. Так, это мы на всякий случай на лагерь тут. И чё тут происходит? Ебана мать. Угу. Угу. Так, навскидку, что здесь надо делать? Угу, понял. Тут надо что-то делать, а вот что делать, пока не ясно. Ну вот эта вот штука раскачивается, если от нее толк. Немного непонятно. Так, есть толк. Мы что-то сломали. Нажмите, чтобы подобрать, чтобы прицелиться. Блин, а куда мы вообще должны вот это... Ну, может быть, куда-то сюда? Я все думаю, может, в окошко куда-то запулить надо? Нет, она не проходит. Так, здесь что-то сломалось. О, поджечь можем. Меня удивляет. Я, значит, стрелами, блядь, стреляю огненными, не поджигается. Это поджигается. Это будет пандусом. Это будет пандусом. Только найти противовес. Понял, понял. Сейчас будем искать противовес. Так.
Так, ага. Там. Так, одну секунду. А вас еще можно побеспокоить еще разок? Угу. У меня еще вот какая мысль появилась. Типа... Это типа противовес будет. Вот это собрать. Ну что ж, почему бы нет? Почему бы нет? Попробуем. Противовес. Противовес. И противовес. А еще есть канистры? Вон канистры. А как ее снять? Бляха. Нам нужно попасть вот сюда как-то. Бля, как же сделать-то? О-о-о, сделали. Так, и куда мы? Сюда. Нахуй упали. Все ясно. Слушайте, но идея здравая. Так, это. Все вместе тут. И бам. А если я сейчас на вот это встану, я... Ага. Было жестко. Но мы справились. Так, до конца я еще не понял, что я делаю, но я что-то делаю. На изичих. Так, ага. Но она вот смотрит прям туда вот. Как вы считаете? Мы уже прыгали раз. Вау, зацепился. Все? Все такие места расположены в древних руинах. Окей. Ну чё, мистер Сундучок, обыскали мы тебя. Ух ты. Ух ты. Я уже знаю, что она скажет. Ух ты. Зал суда пройдена. Расхитили мы эту замечательную гробницу. О, классный спуск, кстати. Навыки. Чем прокачать? Нет, это нет. Искусство убивать. Так себе как-то звучит. Вот это сделаем. Shift, потом F. Угу. Стрела в колено. Это очень круто, я считаю. Угу. Ладно, выходим. Попробуем так сделать. Если кто-то будет близко, но... Зачастую ко мне близко никто не успевает подойти. Автоматы, дробовички, все это решает. Ну, куда тут, блять, опять темнотень такая, что жуть. Сейчас никак. Да вот плохо, что ты не бегаешь. Тихо, не наеба. А куда? Да ладно. Не вижу, куда там идти. Сейчас никак. Да вот.
Плохо, блин. Ну, что-то такое тут было, тут можно было пройти. Умер нахуй. Потому что я не вижу нихуя. Ну ладно. Бля, ну это вообще. Залезли, блядь, в гробницу нахуй. Вообще ничего не видать. По одной простой причине я, конечно, отпустил shift. Так, все, все, все. Я думал, она как-то перелезет вниз, но нет, нет, нет. Ну, дальше тут можно, вот если я прыгну, нормально все будет? Нормально, надо было здесь прыгать. Ну, хуй ты угадаешь, конечно. Все, можно бежать, бежи, беги, 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 беги. Там уже этого деда, наверное, убили 10 раз, блядь. И зарядочка. А, стоп, еще посмотреть кое-что хотел. А, снаряжение. Ладно, пока не буду тратить. Мне кажется, может еще что-то откроется. Может быть, мало ли. После темной гробницы вообще сейчас очень светло. Это чё, блядь, Assassin's Creed начался? Здесь какой смысл я вот стою, допустим? Это просто так какую-то херню сделали. Так, ага. Неплохо. Еще запчасти. Игра нас просто одаривает этим всем. К концу, я думаю. Чтобы мы тут оторвались по полной. На вас можно запрыгнуть, да, и... И типа покататься. Ладно. Круто. Так, что же? Сейчас по мне, наверное, палить будут. А, нет. Я не знаю, стрелять мне, не стрелять. Это там как бы дед был. Сейчас взорвется дед и все. Сейчас будет какая-нибудь атака или еще что-нибудь. Нет, пока никого нет. Я так и думал, сейчас прыгну и пиздец. На-на. А вот вам подарочек. Ага. Блять. Вот прицелился, блядь, идеально. И... Сука, смазал, такой выстрел был. Достало. Давай, иди. Блядь. Нажимаю отойти, сука. Вырезается во все ящики. Упс, достижение. Так, ага, всех расстрелял, бля. Угу. Брось оружие! И
сейчас убью старика! Но он свое пожил. Ладно! Ладно! Напугал, я родом из Глазго! Ага. Оба. Ничего себе, дед! Вот это он. Молодец. Нормально, нормально. Ну. Нет. Что ж, Гаим где-то там внизу. Грустно, грустно. Надо добраться до дворца. Что ж. Во дворец. Да, грустненько, грустненько как-то стало даже. Но, что же. Ну, так вот, блядь. Вот такие ужасы нашего городка тут, блядь. Чуть не упал, нахуй. Как всегда я. Так, 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 так. Все собрал. Перезарядочка. Ага. А, нет, я уже вот вижу лестницу. Так, ползем куда-то, ползем. Эй, вот она, бежь веревку! Сейчас. Угу. А, можно мне? Нормально. Есть. На-на. Черт. Бум. Это какой-то чувак из снайпер элит. Слава богу. Нормально. Угу. Вот он. А этот чувак не так плох. Да. Грим погиб. Они взяли его в заложники, чтобы я сдалась. Угу. Он не позволил им. Грим. Старый упрямец. Да. Это все старый. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти им. Ну, сейчас все, буду мстить. Все. Помянем потом, да. Нормально. Я хочу подобраться ближе. Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Угу. Нам дадут за мужика-то повалить, может. Пысны пиаим. Бля, ну соседи вообще, конечно, пидовые подставу устроили. Вообще, бля. Отлично. Ну ладно. Разъебать их надо, бля. Спасательный вертолет N-888RS принял сигнал бедствия с корабля Тринити. Говорит Конрад Рот с Endurance. Вы меня слышите? Лара, ты слышала? К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот. Он упадет вниз. Подай сигнал, а я иду за Сэмми и остальными. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Я втянула в это Сэмми и остальных и сама их вытащу. Что же? Опять что-нибудь качать, но я не знаю. Пока я все-таки экономлю, не знаю почему, запчасти. Мне кажется, еще будет повод прокачаться. Угу. Если самолет упал, то и вертолет-то тоже упадет. Но это чисто на мой взгляд. Так, Лара, на мосту полно охранников. Угу. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Угу. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Так, мы будем лезть под мостом. Ага, с другой стороны. Вот так. Так. Прибавить себе чуток. Так, угу.
Пока никого. Лара, они у меня на мушке. Хорошо. Ого. Зачем мне вот это прикрой меня, блядь? Ей. Она и сама, вы посмотрите, как справляется. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Ну да. Матиас отправит нас к Коне, если мы ее упустим. Кони? Не упустим, не перешип. Нормально. Что произошло, вообще не понял. Она забаговала, вы видели? Она шла на месте только так. Лара, они у меня на мушке. Хорошо. Ну и стреляй, ёпты. А она просто чисто, блядь, что-то на одном месте буксовала, вы видели? Какой-то баг, блядь. Ну. Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, не переживай. Я не понимаю. Чё за хуйня происходит? Ебать, чё она падает все время. Лара, они у меня на мушке. Хорошо. Ну, ничего не понял. Охуительно интересно, но ничего не понял. Можешь постоять. Она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, не переживай. С нами императрица Солнца. А вдруг императрица Солнца на стороне этой девки? Она столько их перебила. А может быть так. Матиас, заткнитесь! Благохульство! Нет, всю речь я послушал. Вы посмотрите. Что бы ни происходило, оно не так не должно происходить. Вы видели, что это, бля, было? Тихо. Не двигайся, они тебя заметят. Жди. Ладно, жду. Пошла. Нахуй. Оба. На, вот зачем? Подожди, еще не время. Да я бы сам справился. Зачем? Стой, подожди. Лара, все в порядке. Ну. Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Там еще. Там еще, чё? Вау. Бля, я так и думал, сейчас что-нибудь полетим куда-нибудь. Лара, их слишком много. Уходи оттуда. О, нет. Да ты охуевший. Блять, вот их планы, вот все, блять, вот этих вот убогих путешественников, блять, вот именно вот все так заканчиваются. Вот серьезно вам говорю. Рот, я иду туда. Ты уверена, Лара? Я их вытащу и вернусь. Даю слово. Ну все, сейчас мы точно вытащим ее. Блять, вот поразительно, они ввязались в какую-то авантюру, блять, вот эти люди все. Они видят, что происходит, они, что их планы не очень удаются, как мне кажется. И они все равно, они еще планируют и еще что-то, блять. Я, наверное, не понимаю таких людей. Ну, не суждено мне. Так, опять гробницы какие-то, блядь. Хотя оружие дали в этот раз, блядь. Пещеру.
Угу. Просто мне вот дали калашников, я знаю. Я сейчас, блядь, сколько здесь не было бы народу. Братья мои, послушайте меня. Опа. Дети императрицы Солнца, она не зря привела нас сюда. Я знаю, что вам нужна свобода. Я сектанты, знаю, блядь. Вы мечтаете покинуть это место. Но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка... В ней течет кровь этой земли. О, как. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи Сэмми, свое слово. Это Пимика. Все ясно. На. На, добавить автомат. Ничего себе! Вот то... Да ладно! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Дима, Коля, вы что? Вот это ей ББПЕ, вот это... Жестко как было, вы видели? Какая жесть. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Пимико! Ого! Как в Салеме. Посмотри, слышишь? Воу. Опять сквозняк. Она. Это она. Скоро, братья. Скоро мы будем свободны. Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. А мной займется Дима и Николай, по-моему. Так, стоп. Фу. Я не вижу тела. Не думаю, что она выжила после такого падения. А она после таких падений выживает. Что, что вы? О чем вы? Ой-ой-ой. Да, веселое местечко. Реки коровья, бля. Вот это да. Пещеры. Мне, знаете, напоминает какой-то Пенкиллер, либо Doom. Там вот такие места есть. Но они там и оправданы, как бы. Так, а у меня? Природный газ. Возможно, огня опасно. Кроме лука у меня ничего. Так, вот так природный газ, Надо, короче, чтобы он взорвался и сразу бабам. И сразу бежать. Ага. Да. Бездна. Так, мы опять за бок держимся. Печенка дает о себе знать. Ага. Психбольница.
Этот остров – настоящая психбольница. Да, согласен. Отец уверен, что всех тут удерживает дух Пимика. Это невозможно. Просто невероятно. Но в своем безумии он зашел так далеко, что уже неизвестно, насколько он безумен. Вертолет не годится для бегства. Ты это знаешь, Лара, точно знаешь. Надо предупредить остальных. Если мы им воспользуемся, то погиб. Ладно, да я так и думал, что мы погибнем. Всем новым братьям свою работу определяют, но они чё... Ой, так, братство тут что-то писало. Блин. У меня отняли все оружие. И я даже не смог прокачать оружие, потому что его нет у меня. Да так. Не дергайся ты. Молись, чтобы быстро убили. О, боже. О, нет. Это ужасно. Я не выдержал и выстрелил. Думаю, Лара Крофт так бы и сделала. Здесь кто-то есть? Может, найдется что для меня? Кто это? Кто? Кто ты? Новая еда, новая пища, может быть. Хозяева так добры сегодня. Опять еда. Женщина нежная. Может... Мне хочется подойти поближе даже к нему. Так, у чувака, конечно, беда с ногами. Так, из-за чего у меня есть ледоруб, я могу пиздануть кому-нибудь по башке. Ты кто, голым из Властелин колец, что-то тут? Есть какой-то... Здесь вентиль. Ой, ой, я споткнулся. Ого! Так, я выбью вот эти ворота, по-моему. А мне сюда и надо идти. Но можно идти еще и в разные стороны. Странно как-то тут. Жутковатое местечко, честно скажу, жутко. Мне кажется, в любой момент на меня могут напасть. Мой дом, моя крепость, да? Угу. Ладно, стоял мало. Еще на воздух не взлетело. Может, опять сорвало тот клапан в яме? Если это клапан, можешь оставить следующий смене. Не задерживайся там. Я хочу доиграть. Да, да, да. Ну ладно. Стипцы подожгут это дерьмо. Ага. Так, в принципе, как-то так. Особо стелсом не будем заниматься. Только не это. Так-так.
Пам. Нормально. Я не знаю, у них и автоматы, и все есть, и... Я не могу это подобрать. Почему, интересно? Пока ничего не вижу, ничего не дает. А, вот есть кое-что. Нет, тоже не то. Ага. Нам наверх. Стой. Так, есть лагерь. Слушай, 1000 запчастей, такого еще не было. О, навыки, навыки, навыки. Качаем навыки. Shift F. Неплохо, неплохо. Пока вроде... Да, пока ничего не прокачать. Ладно, идем дальше. Вот ее. Я вот здесь что-то увидел. На Е нажал. Не за Е нажал. Так. Похоже, начало 18 века. Опять. Веера из черного шелка — это атрибут погребальных церемоний. Опять. Отсылка к Китане из Mortal Kombat. Здесь... Понятно. Ломаем вентиль. И отходим. И мы теперь можем забраться вот сюда. Угу. Идем, идем, проходим. Подходи. Он нам приказал. Вернее, Николай, Николай. Помогите! Гореть вам в аду. Нормально. Давай, залазь потихоньку. Да ты... Она, кстати, перестала у меня стрелять почему-то. Хм. Ладно. Слушай, нормально. Разобрались. С этими, блядь, выродками. Так, лутануть бы кого-нибудь. То столько убийств, а толку ноль, бля. Итак, а куда нам? Нам туда, а там подсвечивается. Так, точнее, вот здесь подсвечивает, а здесь
Что здесь будет? Тайник. Я ровным счетом ничего. Угу. Ну что же, ладно. Поднимаемся. Фух, далеко мы, конечно, залезли. Вау. Великая императрица Солнца, твои новые слуги склоняются пред тобой. Голос не славим тебя. Грязная работа. Руки загребущие. Нормально у нас достижение. Своих детей ты не забудь. Явись и укажи нам. Теперь ваше место. Возле параша, ребята. Вознесите хвалу императрице Солнца. Тут кто-то есть, да. Здорово. Тихо, спокойно, ребята. Мы тут все свои. Пам. Хищник. На, блядь. Нормально, нормально. Разобрались, блядь. Веселим. Бля, весело тут, весело. Вообще весело. Надо было, короче, видимо, выстрелить сюда куда-то в газ, чтобы они все умерли. Я их, блядь, поочередно убиваю. По чуть-чуть, так знаете ли. Жертвоприношения опять какие-то. Угу. О, тайничок. Ага. Веер для особого случая. Возможно, свадебный. Ну ладно. Вот что надо брать на свадьбу-то. Угу. Так, что здесь еще есть? Тайнички. Сколько всякой лажи какой-то. Так, это что? Ага. Так, какая-то головоломка. Так, сначала вентиль открываем. Отходим. Ага. Нормально. Так, стопе, надо бежать. Ай, ёб твою мать. Куда это мы? Ой-ой-ой-ой-ой. Задыхаемся. Бойкая бабёнка. Эй, не доставай!
Мы тут на службе. Чертов идиот. Клетка — это уже перебор. Перестраховывается с тех пор, как сбежал старика. Эти новые сплошной геморрой. Отправить бы их к Они. Кони, да, прикольных отправляешь. Что теперь будет? Императрица. Она наконец увидела. Радина! На помощь! Окей, ищем. Мажу. Высунись, блядь. Угу. Запросто. Итак, друзья наши. Героическим музоном выходим к ним. Какая еще, блядь, оторва? Ты чего? Гори мне очень. Его больше нет. Да, грустно. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Так, ну что же. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Да-да, может вы сами, ребят, и я пока полутаю тут. Ой-ой-ой. Готовы? Прыжок! Проклятие! Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о Духе Солнца. Императрице Солнца, владычице Яматая. Да ты шутишь. Это... считаешь, это Яматай? Да. Похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Да, честно. Тоже нашли это место. Не то, что ожидали, да? Недооценка года. Сэмми как-то связана с этим. Местный вождь считает ее ключом. Сейчас они поговорят, ребят. Я просто даже не хочу их перебивать. Его зовут Матерс. Бедная. Получилось! Здорово, ребятки! Отлично вообще, да. Здесь все едва держится. Пол уже ходуном ходит. Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично. Так. Так, стоп. Понял, кажется, понял. Опа! Вот это да! Какая-то жесть происходит, жесть жестокая! Стоп! Не падай. Я не такое умею. Дайте мне денег, я вам не такое покажу. Все. Ну и ничего страшного. Не упадешь. Я не знаю, что я делаю, но я что-то делаю. Я падаю вниз, блядь. Надо было, наверное, просто... Так, с какого момента? Ага, понял. А, здесь... Бля, я просто, наверное, не допрыгнул, тупо. Да вы мне подумать не даете, ебаный ворот, бля. Бля. А чё он еще раз меня не схватил за руку? Сука. А так нельзя въебать? Нет.
Ладно, вот это я правильно делаю. Если я вот тут взорву где-нибудь. Вот так. Это два надо прям сразу вот так. Вот это я сделал им. Да не за что. Да ладно. Бегите! Вау! И еще. Опа! Быстрее, 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 быстрее. Нормально. Нет, два раза я нырнул, я просто недопонял. Немного недопонял. Сразу за мостом. Вертолет скоро прибудет. Лара ищет Сэмми и Уитмана. На выход, на выход, на выход, на выход, на выход. Ёлки-палки. Жескач, какой-то жескач происходит. Я не вижу, куда идти. Какой-то ад происходит. Можно вас обыскать, ребят. Нормально. Воу. Просто идти дальше, да. Опа. Блин. Тут даже некогда сообразить, тут прям сразу делаешь и все. Вау. Так, нельзя ли вверх? В смысле нельзя, блядь? Воу. Тут больше некуда прыгать. А она хочет в бок прыгнуть почему-то. На, на. Я их еще успеваю стрельнуть в них. Заметьте. Так. Вот сейчас не знаю, куда идти. Быстро, быстро, быстро. Где? Чё? Нам сюда и чё дальше-то? Наверх. Наверх надо бошки задирать. Да ёб твою мать, Лара, успокойся, блядь. Чё-то не пойму, бля. Что-то она не хочет выпрыгивать. Я вам серьезно. Нихуя. Не выпрыгивает, блядь. Ну что здесь делать-то надо, блядь? Ломать, блядь, пол? Попробуем в другое место пойти. Но мы отсюда пришли ведь, так? Да. Ладно, побродим. Но, бля. Здесь больше некуда деться.
Либо что-то не сработало, может скрипт какой-то. Может, все-таки не надо было убивать бандюганов, которые убегают? Может, он должен был что-то сделать? Просто я знаю, в некоторых играх, да, скрипт он не срабатывает иногда после таких действий. Вот где я должен здесь стоять. Вот тут. Ладно, ребят. Этот выпуск все равно затянулся. Давайте здесь остановимся. Продолжим с этого же момента. Чувствуется, уже к финишу идем. Идем так нормально, бодренько. Ну, игра очень бодрая, очень красивая, клевая. Поэтому будем и дальше проходить. Что ж. Ну а вы подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Все, жду вас на своем канале Shadow Game. Все, всем удачи и всем пока.